Всем большой привет! Уже наступило 1 декабря, второй час ночи, и я решила сделать результаты конкурса, подвести итоги, потому что завтра мне будет, возможно, некогда, а люди, которые участвуют, будут ждать. Будет программа определять победителя. Я до того, как мы начнем, вернее, давайте я буду открывать пока программу, ссылку копировать. Я хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто участвовал, кто написал комментарии. Было очень-очень много интересных комментариев. Особенно, девчонки, спасибо, кто давал такие объемные комментарии. Было очень приятно. Так, вот здесь вот информация по ролику. Вон там сзади появился сам ролик. 680 человек участвуют, и мне кажется, это очень волнительно, когда один выиграет из 680. Ну что ж, поехали. Очень интересно, кто же этот будет человек. Я сама волнуюсь, сижу. Так, и это Дарья. Дарья 0405. Я обожаю смотреть на талантливых людей, как делают невообразимо красивые вещи своими руками. Обожаю так, вот такое видео. Также смотрю видео с простыми рецептами, потом бегу их готовить. Обожаю видео о канцелярии, просто это моя страсть детства. Иногда интересно посмотреть про новинки косметики. Дарья, я вас поздравляю. Вы со мной можете связаться. Под роликом написано мой адрес электронной почты. А всех остальных буду ждать в следующем конкурсе. Надеюсь, все будут радоваться за Дашу. Очень приятно. Всем до новых встреч и всем пока!